памятная дата России. 9 декабря – День Героев Отечества. В этот день, в 1769 году, Екатериной II был учрежден Орден Святого Георгия Победоносца, высшая военная награда. Георгиевская лента символически связала героев разных эпох. В зимний день Георгия Победоносца мы чествуем героев Советского Союза, героев России, кавалеров Ордена Славы и Ордена Святого Георгия. Да здравствует Отечество, герои! Отчизну, заслонившие собой, ненастную и грозную порою, с врагом, вступивший в неравный бой. Вы вражеские силы победили, отчизны, верные сыны, чтобы потомки в мире жили и чтобы не было войны. Герои, вас сегодня прославляем, гордится вами вся страна. Не подведете вы, мы точно это знаем. Хвала и слава вам на долгие года. Вы мир наш и покой оберегали, с победой шли на лютого врага. Награды заслужили вы, медали и память верную на долгие века. Могуча Россия на все времена, и в прежние годы, и ныне. Героями наша отчизна сильна, Отечество славится ими. Сегодня героев поздравить хотим, вас много, мы вами гордимся. Мы помним, мы любим, на этом стоим, на вас походить мы стремимся. Для тех, кто стоит на защите страны, мы душу и сердце откроем. Отважны, надежны и духом сильны. Так вечная слава героям!